В США произошло массовое отравление фруктами из Мексики. Уже зафиксировано более 100 случаев, один человек скончался. В 16 штатах США более сотни людей отравились папайей, привезенной из Мексики. Заболели более 100 человек, 35 госпитализировали, один человек в штате Нью-Йорк умер. В фруктах обнаружены бактерии сальмонеллы. Американский центр по контролю заболеваний, CDC, сообщает, что мородел папайя, которую импортируют из Мексики, является вероятным возбудителем, говорится в сообщении. Там считают, что распространение зараженных фруктов началось с одной фермы в Кампиче в Мексике, которая продает папайю в США под торговыми марками Карибины, Кави и Веллери. Из-за эпидемии партии этих брендов будут изъяты из продажи, но CDC настаивает и призывает общественность и рестораны отказаться от любых папай мородел из Мексики на период расследования. Если вы сомневаетесь, не ешьте, не продавайте, не подавайте их к столу, а выбросьте, сообщили в CDC. Отравления произошли в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Делавер, Айова, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания, Виргиния и Висконсин. Отметим, что риск заражения сальмонеллой, как правило, связан с животными и такими продуктами, как, например, яйца, молоко и мясо. Но фрукты и овощи также могут быть возбудителями, если выращиваются на фермах, где животные могут с ними контактировать. Как сообщал корреспондент Нет, ранее на курортной базе отдыха Винница в Каблево отравились 18 детей, которые прибыли на отдых из Киева. Пострадали дети в возрасте от 9 до 12 лет. У них диагностировали ротовирусную инфекцию. Источник: украинская служба BBC. По материалам сайта news.com.